Христос воскресе, дорогие отцы, братья и сестры! 26 апреля 2018 года, 18.00, в аудитории 305, на Богословском факультете Царицынского православного университета, состоится новая встреча Святоотеческого кружка. Она будет посвящена великому святому 20 века, преподобному Паисию Святогорцу. Отец Паисий был простым монахом на Святой горе Афон, но его жизнь и деятельность имела всемирный масштаб. Его молитва помогала людям на всех континентах. Его слова трогали даже окаменевшие сердца больших грешников. Во время его жизни на Святой горе к нему приходили тысячи и десятки тысяч людей, обремененных скорбями, болезнями и житейскими заботами. Но он сам, будучи почти всю жизнь больным человеком, помогал им, не жалея себя. Он принимал боль людей, исцелял их своей молитвой и Божьим Словом, которое со властью действовало на их сердца, преображая и обновляя человеческие души. В 2015 году преподобный Паисий был канонизирован. В первый официальный день его памяти, посвященный его представлению 12 июля 2015 года, к его могиле, которая находится в основанном им монастыре апостола Иоанна Богослова в селении Суроти, близ Салоник в Греции, собралось около 100 тысяч человек со всего мира. Такова любовь людей к нему. Это любовь, ответ на его любовь ко всем людям, ибо, по словам самого святого, его любовь была такова, что он был готов разрезать свое сердце на миллион кусочков и раздать их каждому, кто хотел его помощь. После праведной кончины святого Паисия было издано множество книг с его изречениями, полными любви, смирения, живого слова и даже искрометного юмора, которые были так свойственны характеру старца при жизни. По словам многих, такие люди, как Паисий Святогорец, рождаются раз в несколько веков. Как сказал друг Паисия Святогорца, ныне живущий старец Гавриил Корейский: «Сейчас даже, если выжать всех монахов Святой Горы, то одного Паисия Святогорца не получится». Таково сердце этого угодника Божьего, который примером своей жизни приводил, приводит и будет приводить ко Христу тысячи, а возможно и миллионы людей. Очень драгоценно, что этот человек – наш современник, перешедший в Царство Небесное в недалеком 1994 году. Это будет первая встреча о преподобном Паисии, так как его личность настолько масштабна, что мы не сможем сказать о нем сразу все. В течение первой встречи мы узнаем о жизни и подвигах преподобного Паисия, а также посмотрим одну из серий фильма о нем. Вначале о преподобном и его духовном служении людям нам расскажет по скайп-мосту московский гость Святоотеческого кружка Евгений Иванов, эксперт аналитического центра святителя Василия Великого, город Москва. Ευλογήσατε τον Κύριο, ευλογητός Κύριος εξ Υιός.